Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle it down to the floor. Hey, Mr. Policeman, why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggle it down to the floor. Всем привет! Сегодня хочется чего-то необычного, драйва, хочется скорости, хочется побед, хочется драк. Чего-то такого прям экспрессивного. Вы думали, я просто Нилочка, Милочка? Да нет, да вот узнаете меня по-новому. Ага. В последнее время я очень хочу драться. Я не могу прям это остановить, мне просто хочется подойти. Вот, вот примерно так сидите. Чё ты задумал, детка? Ты уничтожишь его. Стой. А еще я подхожу к своему Диме и тренируюсь в его живот. Ну, я думаю, что тем самым он пресс качает, так что выгодно нам обоим. Обычно это происходит так. Димочка, идем с тобой пообнимаемся, миленький. Да, да, сейчас. Даже еще ничего не На этой неделе я села на диету, и на этой же неделе ее закончила. Знаете, вот недавно, например, я слопала целую шоколадку, и сразу родилась у меня песня. Понимаете? Шоколад и музыка взаимосвязаны. Все, наконец-то я займусь спортом, и эта шоколадка выйдет из меня. Мы вылезли. Давай, давай. Да не бойся. Не ездила. Ты ездила разок? Ну, справа газ, слева тормоз. Вот под рулем не сучка, можно сиденье регулировать. Вперед, назад, как удобно. А есть вопросы, как ехать-то? Как хочешь. Хочешь медленно, хочешь быстрее. Нет, на что нажимать? Ну, желательно на газ, конечно. А где газ? А где газ? Девушка, я же говорю, справа газ, слева тормоз. Ага, все. Девочка, ты откуда приехала? Из Рязани. Сцепления тут нету. Флаги. Да, флаги. Что там они говорят? Они ничего не говорят. Ага. Вы должны запомнить просто. Синий уступить. Синий. Желтый опасность. Красная остановка. Черное удаление. А если что, я помашу, вы меня спасете, да? Да, если что, я вас спасу. Дорогу такая вежливая. Вот она, вот она, вот она. Привет! Что? Не слышу. Это так круто! Что, ты теперь квалифицированный картингенист? Я картингист. Не, ты ли это? А теперь напоследок самое желанное, вкусное, так сказать, это стрельба. Я этого ждала очень долго, мне прям хотелось
пострелять во что-нибудь прострелить, сделать большую дырку. И наконец это свершилось, и я пришла сюда не одна, а со своим братом. Иди сюда. Это мой брат Костяныч. Здорово. Ух ты! Вот синий, красненький. Не, не знаю. Ничего. Ух ты, попала? Ты что так ноги широко поставила? Помните, мне недавно снился сон, что на меня нападают подростки, хотят меня убить. Теперь я сама оружие ходячее. Научилась стрелять всеми оружиями. А теперь уставшая, но очень довольная, я собираюсь поехать на квартирный чек Корнелии Манго. Джерри, ну-ка покажи, как нужно петь оперу, классику. Класс, спасибо большое. У нас тут мастер-класс вокалистов. Ты же тоже оперная? А, нет, классическая. Все зависит от гортани, понимаешь? От гортани. Все от гортани зависит. Захочешь будет а, захочешь будет о, от гортани. Захочешь будет а. Я рада вам. Спасибо, что пишете мне комментики. Мне очень приятно их читать. Вы классные. В следующем видео я обещаю, что будет очень много музыки. До встречи. Пока.